какой день был терминал совершен? В какое время вы имеете в виду, в какой день, дату вам нужно, в какой день не прошла, получается, транзакция? Вот это вы спрашиваете? Я не понял, при чем. Это я разговариваю по телефону. Я вас не понимаю, можете сказать по-другому? Я так понимаю, что вам нужно время именно? Да. Если у вас есть другой специалист, может, да, по-русски более корректно мне объяснить. Готовы? Дим, я готов! Хорошо, побежали. Побежали. Бежим. Сейчас ускорились. Давай, побежали. Садись. Все, садись. Хорошо. Отлично. По-разному. До 15:00. Дело в том, что там транзакции проходили и значительно уже месяц прошел, там, ну, 3 транзакции не прошло. Вот, где-то на 2000 лари приблизительно. А у меня чеки-то есть? Да, есть чеки. Я отправил вам, если вы посмотрите вот через мой пост. Через интернет-банкинг я отправил вам письмо. Да, сегодня утром это было. И прикрепил туда чеки. Посмотрите, пожалуйста. Спасибо большое, отлично, хорошо. Спасибо большое. Поверните камеру, чтобы поснимать. Давайте. Вот так, красиво поснимать. Димон, подожми немножко. Как самочувствие? Все хорошо? Отлично. Это сын? Это внук. Внук. Родители там внизу. Следующим полетят. У вас красиво прокатило. Вон Казбек виден сзади нас. Появляется. Казбек сзади нас появляется, видим. Он. Высончик, видишь? Ага, вижу. Его видно только небольшой момент. Мгновение. Да. Понял.
же вот так там. Так лучше соблюдать, а? Ваших уже, ну, родители, дети ваши, вы уже будете взять на гондоле, они уже придут. Ну да. Нам проще других людей взять. Да, просто у нас здесь уже лыжи, все, мы сюда. Не проблема. Нам сейчас, наоборот, удобнее отсюда приземлиться здесь. Пару шагов иногда прошу сделать вперед, если вас не затруднит. Хорошо? Да. Как после того, как мы станем. Как встали? Да, если я попрошу пару шагов, да. Сделайте. Если не попрошу, не надо.